8 января в Центре детского творчества проходил концерт, посвященный Рождеству Христову. Все желающие участвовали в интересных конкурсах, а после мероприятия детям подарили сладкие призы и книжку. Все. Смотрите, что происходит у нас в городе Первоуральске. На хронтике. Машину затопило. Вот идем дальше, вот, продолжается. Даже тропинку залило. Нам, наверное, не пройти даже будет. Сейчас посмотрим, пройдем и не пройдем.